Вот, да. Туркестан является местом силы. Мавзолей Хаджа Ахмед Ясауи в городе Туркестан является местом силы. Местом силы является то место, где приходит большое количество людей и молится. Если это место, в которое приходит ежедневно много людей, и это делают на протяжении веков, значит, это место силы. Только тут вопрос, какой силы? Что дает обычно мечеть? Мечеть дает человеку надежду. Зачем люди ходят в мечеть? Человек думает, мы ходим в мечеть для того, чтобы попросить или для того, чтобы пообщаться, совершить намаз и так далее. Нет, нет. Человек ходит в мечеть для того, чтобы получить надежду на то, что у него жизнь будет хорошей, на то, что его высшие силы слышат, на то, что он хочет надежду. Вера дает надежду, и тогда это происходит. То есть, если человек просто так в мечеть заходит и там просто сидит, может ли он получить эту силу? Да, как это выглядит? У человека тупик или депрессия. Человек делает так: я не знаю, у меня ничего не получается, я не буду этим заниматься. Там ребенок, допустим, в институт ходит, и после этого в институт ходил, и после этого говорит: все, не буду ходить больше в институт, мне надоело, я вообще хочу на грузовике ездить. А родители говорят: ты же 4 года отучился, давай иди в институт. Он говорит: ну нет, нет, он не верит в то, что это образование может ему как-то помочь состояться в жизни, реализоваться. Вот если его в мечеть отвезти, не нужно, чтобы намаз совершал. Пусть пойдет в мечеть и там просто посидит. То у него появится надежда, что то, что он делает, правильно. Почему? Правильный путь. И ему этот путь даст сила, которая есть в мавзолее, или которая есть в мечети, или которая есть где-либо. Это и есть та энергия божественная, которая помогает людям. Как она должна еще по-другому помочь? Энергия высших сил помогает человеку следующим образом. Первое – событие. Второе – везение. Третье – дает надежду. У человека появляется надежда. Почему? До этого же была депрессия. Почему появилась надежда? Высшие силы изменили человеку сознание. То есть бесы заставляли этого человека быть человеком, который совершит неправильные поступки, будет потом страдать и скажет: надо же, 4 года зря потратил. А так появится надежда, и он скажет: нет, все-таки я доучусь. И вот так это все устроено. Это высшие силы, они же не могут прийти и всех порубать. Вот так они действуют. У врага появляется прощение к тому, вот человека есть враг, он пришел в мечеть или пришел в церковь. Говорит: пусть враги отстанут, пусть наконец-то я буду жить счастливым, и там не введи во искушение, избави от лукавого и так далее. Или там машаллах, иншаллах, ляфиля даус, рахамди рахим и так далее. И после этого у него появляется ощущение такое, он выходит, и у него никакого ощущения нет у того, кто пришел и попросил, а у того, кто является врагом, появляется ощущение, он думает: не сильно ли я агрессивно, не сильно я решил этого человека наказать, наверное, надо с ним потеплее, может быть, поговорить. До этого кричал в телефон и кричал: я поймаю тебя, убью, ноги оторву, а потом уже не звонит, говорит: ну, видимо, у этого человека не все так легко, сам бы отдал. Потом проходит время, говорит: слушай, давай поговорим, может быть. И так вот складываются все вот эти ситуации. В этом именно так помогают высшие силы. Да, вот таким образом.